И снова здравствуйте. Диалог – единственный способ решить ту или иную сложную ситуацию, возникшую между людьми. Нет, наверное, иногда и физическая сила является решающим фактором, но далеко не всегда получается справедливо. Ну вот, к примеру, есть у вас вопросы к вашей пенсии. Ну, мало ли. Так вот, на этой неделе вы их легко можете адресовать себе по адресу. Руководителю регионального пенсионного фонда в ходе приемов граждан во вторник и в пятницу. Роскомнадзор, кстати, тоже, насколько я знаю, готовится провести прием граждан в четверг. И думаю, если собираетесь обратиться, уже не стоит тянуть заявление. Другая форма диалога предполагается в это воскресенье. Митинг по поводу повышения стоимости поездки в транспорте. Ну и вообще по поводу транспортной системы. Мы, к слову, эту самую систему транспортную обсуждаем с Владимиром Плотниковым в программе «Лобби Холл». И даже возможное повышение штрафов за безбилетный проезд сразу в 5 раз до 2500 рублей. Люди пожилого возраста, люди среднего возраста, они все понимают, что нужно платить, что нужно бесплатно, у нас ничего нету. Молодежь, конечно, они не хотят платить. Если человек не хочет выполнять закон, значит, он должен быть оштрафован. А как еще, как нам в этой ситуации поступать? Вот вы считаете, что это неправильно? Схема есть с парковками, когда по итогу там, финансового года мы имеем большую сумму штрафов, взысканную с тех, кто не оплатил парковку, чем, собственно, стоимость оплаты парковки. Есть законодательство, которое мы все должны с вами выполнять. Программу не пропустите, следите за анонсами. А вот если задуматься, задумался я, за последние 100 лет жизнь, конечно, сделала большой шаг вперед. Вот сейчас мы ругаем подрядчиков, что снег плохо убирают на улицах, а освещение этих самих плохо прибираемых улиц началось всего каких-то там, лет 120 назад. Я даже нашел дату, 29 января 1902 года, то есть получается ровно 120 лет назад. И, кстати, первый высотный дом, 9-этажку в Перми построили в 67-м, это 55 лет назад. Вот посмотрите, через 120 лет, а может быть вообще через каких-то 55 лет улицы нашего города будут совершенно иначе убирать. Я в этом уверен. Ну, впрочем, надо отдать должное. Ведущие программы «Эх, дороги» еще в пятницу обратили внимание, что местами были вычищены в городе даже дворы. И эта неделя, к счастью, не ожидается снежной. Умеренно холодная погода. По-моему, исчерпывающая формулировка синоптиков относительно того, что происходит за окном сейчас и будет происходить в течение этой недели. В принципе, такой, наверное, и должна быть погода в это время года здесь у нас на Урале. Днем минус 10 или чуть ниже, ночью, может быть, и до минус 18, и должно быть не очень снежно. Было бы еще не так облачно, вообще была бы красота. А вот вы знали, между прочим, что Пермь в свое время стояла у истоков пещероведения? 26 января 1973 года в нашем городе состоялась первая научная конференция по карсту. В ней участвовали ученые из разных городов страны. Они и основали первый в стране печатный орган по пещероведению, спелеологический бюллетень. Желаю вам успехов на этой неделе. И не только в пещероведении. А чем бы вы ни занимались, всем успехов!